Здравствуйте, друзья, с вами Татьяна, и я приветствую всех на своем канале. В этом видео хочу показать вам, какие я приспособления купила для вязания. Давайте начнем с блокаторов носков. Вот они. Купила дешевенькие из фанеры. Это блокатор для носков 2 штуки, размер 36-37, овечка. Страна происхождения — Россия, из фанеры материал. Торговая марка — мануфактура Стружка, ну и так далее. Вот такие, давайте сейчас откроем. И сейчас скажу, сколько стоит. Что-то я не там начала. Ну ладно. Выпиши. Так, вот тут блокаторы нужны для придания правильной формы вязаным изделиям, ну и так далее. Ну а чтобы долго хранились, тут рекомендуют их обернуть пищевой пленкой. Может, я так и сделаю. Дальше что мы делаем? Вот мне подарочек поклали. Вот смотрите, пилочка для ногтей. Я как раз сняла маникюр, шеллак, ездила, делала, и у меня надо подтачивать. Ногти отрастают, страшненькие делаются. Пригодится, спасибо за подарок. Вот смотрите, овечка нарисованная. Вот, размер 36-37. На вид смотрятся такие большие, а на самом деле... Должны, да, я еще вставлю в конце видео размеры. Вот здесь размер, отсюда размер. В общем, в конце видео фотографии, скрины я сделала, где выписывала. Выписывала на Валберис, потому что мне нужно было. Вот давайте сейчас замерим. Я сейчас вяжу носки 42 размера. Вяжу пяткой стронг. Давайте вот оденем, проверим, как это будет смотреться. Правда, у меня блокаторы маленькие, но все равно посмотрим примерно, как это будет смотреться. Ну, вот так вот. Вот. Вот так выглядят носочки с одной стороны. Вот так с другой. И теперь... У меня еще есть сейчас линеечка, покажу. И буду на линеечке дальше. Может, со временем куплю еще и побольше блокаторы. Ну, а сейчас я хочу показать. Кстати, этот я сниму, потому что сейчас линеечку. Вот линеечка, да? Давайте почитаем, что же это за линеечка такая. Линейка измерительная для стопы, простая, 307x44 миллиметра. Тоже происхождение — страна Россия, торговая марка — мануфактура Стружка. Но она не одна у меня здесь. Вот размеры, да? Сейчас мы откроем. И еще у меня измеритель спиц идет. Вот измеритель спиц начинается от двоечки. 25, 2,5 и до десятки. Давайте откроем и тоже. Так, пока туда. Ну вот, так она выглядит. Гладенькая такая. С изнаночной. Ой, с той стороны вот это. Привыкли, что вяжем изнаночная, лицевая. А это вот так. Вот поближе. Значит, идет она от размера вот 16 размер начинается, 95. И вот 17, 18 и так далее. Выше, выше, выше. И вот от 40 до 41 перерыв делается. Потом 43,
Здесь, наверное, 44-й, здесь 45-й и 46-й. Я так думаю. Вот давайте уже замерим. Мне кажется, вот от начала, да? Потому что здесь 16-й размер, а здесь не написано, идет линеечка. Здесь, наверное, до 16-ти. Вот. Но я потом разберусь. Мне надо 42-й. Вот такие вот носочки надо вот так вот связать. А я, получается, связала до 23-х. Ну ладно, я потом разберусь. Так, а сейчас я хочу сказать, сколько они стоят. Значит, блокаторы для носок стоят 237 рублей. Линейка 128 рублей. А сейчас блокаторы варежек откроем. Они стоят 252 рубля. Давайте откроем блокаторы варежек. Здесь немножко они в чем-то еще завернуты. Вот в линейке, да, я еще только открыла, пока не разобралась. Но я еще почитаю. А если кто знает, напишите, как ей пользоваться правильно. Измерять. Может, у кого-то уже есть. Итак, вот. Я открыла блокаторы варежек. Вот. Смотрите, здесь их надо... Вот тоже подарочек. Пилочка для ногтей. Спасибо большое. Пригодится. Такие они хорошенькие, маленькие. С собой даже можно в сумочку покласть и носить. Итак. Ну, здесь тоже пленкой написано. Или лаком обработать. Вот. Можно, как говорится. Так, теперь что здесь получается? Надо вот эти вот ставить пальцы. Я, конечно, в этом ничего пока не понимаю. Наверное, вот так, да? Вот так я вставляются, наверное. Вот, я так думаю, вот они вставляются. И заматываются пищевой пленкой или скотчем. Вот, давайте вот так я покладу. Да, я выписала размер L-ка. Что-то слишком большие. Да, большие, наверное. Надо будет выписать другие поменьше. Что-то я разошлась. Ну, давайте вот. Чтобы правильно сейчас сделаем. Так, а что они на одну руку, что ли, идут? Так. Вот так. Собрала их. И потом замотаю. Выписала Эльку. Не подумала. Элька большая. Потому что я почему-то думала, что у меня руки полные. Думала, Элька. Давно перчаток не покупала. Все же вяжем. И эти... Вот она, Элька. Видите? Слишком большая. Ну ладно. Не суть. Стоят они 252 рубля. Выпишу поменьше размер. Ну, я хочу уже не деревянные еще выписать, а другие. Чтобы было разнообразие. Вот, например, у меня для ножек, видите, вот 35-36 размер. Ну-ка. Так. И вот, кстати, смотрите. Вот если мерить вот этот вот от начала, вот давайте вот от начала линейки, как я и предполагала, и до конца. И вот получается 35. Видите? Значит, действительно мерить от начала и до конца. Так и будем. Все соответствует, линейка. Это у меня, да, вот 35-36. Ну, так-то, наверное, 35, а просто пишут еще 35-36, два размера обычно пишут. Ну вот, и измеритель спиц. Вот давайте сразу эти измерим, сколько они у меня. Так, ну давайте начнем. Так, чтобы вам видно было. Вот, четверка, большие. 3,5 я брала, вот они. 3,5 соответствуют. Дальше не лезут. Вот такие вот спицы. Соответствуют. Ну и осталось только обмотать пищевой пленочкой.
чтобы они сохранялись, не стирались циферки, размеры, чтобы служили долго. И еще вкупе я купила, вот хочу показать вам это. Тоже в конце ставлю фотографию. Выписала тюль, дешевую тюль, выписала 500 с чем-то на кухню. Вот. Я как делаю? Я покупаю дешевенькие, ну иногда раньше дорогие покупала, сейчас вот дешевые покупаю. Вот она такая вот со шторной лентой, тоже на Валберес, все на Валберес. И повешу, вот она мне понравилась, сеточка очень красивая. У меня как, сезон повисит, вот сейчас зиму отвисит, а весной я на лоджию повешу, вот, чтобы не покупать. И размеры тоже ставлю я. Там это вроде она 265 на 165. Ширина 265, а сама 165. Как раз к моим шторам. Я на лето выписала новые шторы на кухню. И вот как раз к ним тюльки подойдут эти. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому пригодилось. Там же на Валберес не только из дерева есть. Есть из пластика, есть из металла. Какие хотите. На каждый кошелек. Я вот самый дешевый пока выбрала. А потом посмотрим. Но с размером варежек я не угадала. Но посмотрите, какие. Ну ладно, не буду задерживать. Всем пока. До новых встреч. Сейчас фотографии еще вставлю.